Самозахват земли. Власти города возмущены незаконным строительством на территории бывшего летнего кафе «Дабачан», что на Нуркина Абдирова, но поделать с этим, по их словам, ничего не могут. Подробнее в материале Аймтор Абдиной. Продолжается скандал вокруг земельного участка, прилегающего к ресторану «Дабачан». Напомним, 28 апреля отдел земельных отношений акимата города Караганды судебными приставами снесли летнее кафе по решению суда, потому как еще в 2011 году у бизнесмена истек срок аренды земли, а продлевать с предпринимателем договор аренды власти города отказались. Однако спустя некоторое время хозяин увеселительного заведения возобновил строительство кафе. По указанному факту нами материалы направлены в территориальную земельную инспекцию для принятия мер согласно земельному законодательству в связи со самовольным захватом земельного участка. На сегодняшний день указанный земельный участок находится в государственной собственности и кому-либо во временное землепользование, либо в частную собственность не предоставлялся. В областной территориальной земельной инспекции Комитета по управлению земельными ресурсами о застройке прилегающих территорий к ресторану «Дабачан» узнали от нас, журналистов города. Выявление земель, используемых с нарушением или неиспользуемых по назначению, находится компетенция отдела земельных отношений. И таких материалов не поступило в адрес инспекции. Как сообщили в пресс-службе Карагандинской областной прокуратуры, на следующей неделе надзорные органы возьмутся проверять законность застройки прилегающей территории к ресторану «Дабачан». По итогам прокурорских проверок будет дана правовая оценка деятельности владельца заведения. Аймтора Абдина, Рустам Бараев, Арғын Өмір, Бауыржан Ермагамбетов, 5 канал.